Всем привет, дорогие мои, с вами Курнова Аня и обзор 4 коробок продукции. Надеюсь, что успею все запихать в один обзор, но посмотрим. Итак, первым делом мы решили заказать джемпер детский. Вика из тех уже выросла. Мы в этом обзоре будем переодевать моего ребенка, но много что приходится ходить и уже покупать в самом магазине. Почему? Потому что в компании Faberlic что-то все меньше и меньше детской одежды. Я ждала, что будет новый выпуск детской одежды, но, к сожалению, не дождалась и получилось так, что мы пошли в магазин. Но кое-что все-таки мы нашли, но сейчас будем смотреть, потому что все-таки много что от компании Faberlic нам уже подходит 152 размера, поэтому будем смотреть, что на Викуську подходит, что не подходит. Так, на данный момент размер 140-146, 80 хлопок, 20 полиэстер, джемпер детский. Она очень хорошо эти джемперы относила. Они отправляются на вторую жизнь, просто стало коротко. Коротко в плане того, что короткие рукава и короткие штаны. То есть с самим джемпером все в порядке. Вот он такой суперский, классный, няшный, но в нем не жарко. Она такая вот. Кофточка, низ изделия в форме резиночки, не выполнен, конечно, но тоже что-то тянется, очень-очень удобно. Внутри ткань такая вот мягкая, классная, снаружи ткань вот такая вот хорошенькая, все великолепно. Так, наклейки у меня, кстати, Faberlic, не помню, показывала ли я в каком-либо обзоре, до сих пор их ношу, клево, здорово, классно. Так, внутри такая вот вставка-мишка, стирается хорошо. Все хорошо, все великолепно. Мне, в принципе, все это дело нравится безумно. И вот такой вот мишка с таким интересным знаком. Реально долго носили. Вот реально долго носили. Низ рукавчика в форме резиночки получается. Сейчас будем смотреть с вами. Далее такие вот костюмы. Это такие же обычные костюмы, как и до этого. Они ничем не отличаются. Они отличаются только ростовкой. Получается только ростовка и все. То есть они обычные. Такие вот трикотажные брюки для девочки. Цвет мятный, размер 146, состав 100% хлопок. Артикул 532-152. Да, посмотрим, подойдет, не подойдет. Я, конечно, очень сомневаюсь. Мне кажется, что коротковаты будут. Ну, увидим. Ну, видите, качество все отличное, великолепное. Внутри такой вот ворсик, начесик, кто в каком регионе, как называют. А он-то, кстати, такого мятного, очень красивого цвета. Камера, я вижу, что голубит его. Делает цвета морской волны. Хотя, на самом деле, он очень мятный, такой красивый, классный оттенок. Жалко, конечно, что идет искажение. Но ничего тут не поделать. Далее. Джемпер детский 140-146. А, я заказала, получается, два. Так, еще такой вот костюм. Я заказала 146 размер, артикул 532-125 в размере 146. Состав 100% хлопок. Посмотрим, подойдет нам, не подойдет, хорошо, нехорошо. Вот. Измерим длину рукавчика, длину всего. На мой взгляд, очень даже и неплохо. Такой вот двойной, очень теплый, классный капюшон двойной. Тут у нас идет железная такая вот молния. Дальше карманы такие вот. Ну, из них, если честно, все вываливается. Кроме носового платка, мне кажется, сюда ничего не положить. Низы изделий выполнены в форме резиночек. Такие вот хорошенькие резиночки. Внутри тот же самый начес по всему изделию изнутри. Такой вот начес, такие вот шовчики, где они должны быть. Все хорошо. Я прям балдею от качества продукции, особенно детской, от компании Faberlic. Мне прям нравится. Очень похожая кофточка, 532-125 артикул, цвет розовый, размер 146. Точно такая же, как предыдущая. Так, тут цвет немножечко другой. Очень хорошо передается в камеру. Такая фуксия, что ли. Я бы назвала это фуксией. Такой цвет. А на самом деле... А, фуксии есть. 100% хлопок. Все костюмы идут 100% хлопок. Очень классный состав. В общем, будем примерять. Штаны идентичны предыдущим. Абсолютно. Просто разные цвета. Поэтому все распаковывать не буду. Я думаю, смысла нет. Это скучно. Трикотажные брюки 532-179 светло-фисташковые в размере 146 идет. Трикотажные брюки для девочки 146 размер 532-161. То же самый, да, цвет фуксия. Так, вот это вот уже брючки идут.
размер 140-146, 80 хлопок, 20 полиэстер. То есть, если все предыдущее было таким образом, что там было все натуральное, то тут нет. Тут 20% полиэстер. Артикул 861-688. Я почему-то уверена, что эти костюмы нам подойдут. Далее, серый костюм, абсолютно идентичный предыдущему, светло-серый меланж, размер 146. Тут, конечно, состав немножко отличается. 85 хлопок, 15 вискоза, потому что меланж. Да, ну, будем смотреть, потому что на ощупь я это даже не поняла. Так, вторая коробочка поехала. Тут у нас идут брючки. Интересно. Ну, видите, одежды очень много. Тут у нас идут брючки 527-998 в размере 152. Ну, вот, будем смотреть. Интересно мне, как они на Вике будут смотреться. Так, берет с помпоном для девочки цвет розовый. 552-77. Это уже на очень такую погоду, легкую. Он такой весьма таки, такой, видите, полупросвечивающий идет. Вот видите, видно ноготь, лак. В общем, все видно. И очень пушистый, клевый, красивый помпончик. Да, он не отстегивается. Ну, а тут его... что вперед иголкой легко убрать и обратно потом приделать. Ну, в общем-то, очень нежный такой красивый беретик, который подойдет ко всему. Еще такой же точно белый беретик, молочный вернее. Размер головы также 51-54, состав 100% акрил, артикул 552-78. Вот, их я заказала два. Если они нам подойдут, то Вика очень любит их марать. Так, далее по распродаже. По распродаже я взяла витамин С плюс цинк. Я до этого брала много, но много что отправила родителям. Поэтому витамин С плюс цинк, артикул 157-89. Так вот они приходят. Это капсулки. Их можно доставать, высыпать в ложечку и кушать. А взрослым надо по 2 штучки в день. Детям по 1 штучке в день, понятно, что. Вот, но мы своей по 1 даем. Так, дальше. Очень люблю это мыло. И из-за того, что распродажа не прошла, я еще раз тыкнула. Там идет большая, длительная очень распродажа для зарегистрированных консультантов на втором шаге заказа. И вот это мыло 1703 артикул. На него хорошая скидка, у него классный аромат, оно классно ухаживает за ручками. И мне очень-очень нравится. Поэтому я прям в восторге от этого мыла. Еще в придачу смотрите, какое оно густое. Да, то есть вот он, видите, шарик идет. Вот. Еле-еле. Да, еле-еле душа в теле, как говорится. Дальше в распродаже были мои любимые ухаживающие за руками антибактериальные гели для рук. 1702 артикул. И взяла такую вторую упаковку, потому что первую мы очень быстро измазали. И могу сказать, что эффект просто потрясающий. Намного легче и проще дышать с ним. Артикул 28-27. Вот такой пакетик тут был. Так, далее трикотажная толстовка, размер 146, артикул 532-143, 85 хлопок, 15 вискоза. Точно-точно такой же костюм. Сейчас будем смотреть, такое чувство, что задвоилось. Тоже 146, цвет мятный, да, там были штаны, а тут уже сама кофта. Вот, дальше. А вот эта красота, это джемпер детский 140-146, плюшевый, как я его называю. Да, плюшевый. Будем смотреть, подойдет, не подойдет. Поэтому сильно так упаковочку берегу, бережно открываю. Джемпер классный, но он не 100% натуральный, поэтому как бы да, надо делать выводы. Так, трикотажные брюки для девочки 532-152, размер 146, это к этому костюму. Так, фисташковый костюм, фисташковый. Но тут написано цвет зеленый, 100% хлопок, артикул 532-134 в размере 146. Их можно заказать отдельно кофту, отдельно брючки или все вместе. Это толстовочка у нас идет. Так, это штаны от зеленой толстовки, очень клевые. Ну и, конечно, джемпер детский цвет вишневый. Тоже очень понравился, поэтому я взяла поболее. Да, у нас будет очень много съемок. Так, это у нас фуксия. Размер 146, 532, 116. Далее артикул 860-338. Это футболка с длинным рукавом для девочки. Размер 140-146, цвет белый, состав 95 хлопок, 92 хлопок и 8% эластан. Такая вот хорошенькая, с таким вот рисуночком. Рисуночек, в принципе, да, очень-очень-очень стойкий. Я очень сильно натягиваю.
Вот горловинка. Все хорошо. Будем надеяться, что подойдет. Низ изделия выполнен прямо. Ну а тут попка. Это домашняя одежда, да и тут попка длиннее переда. Но, как показала практика, летом мы в саду в этой красоте бегаем только так. Нам понравилось. Так, тут у нас чек на 2000 рублей попались. А, это брюки из автозаказа, скорее всего. 2200 что-то. Ну вот смотрите, очень дешево было. 800 рублей всего брюки, трикотажная толстовка. И футболка с длинным рукавом 479 рублей. Вообще шикарно, просто очень недорого. Так, это я уже вам показывала. Это я уже вам тоже показывала. Также решили подзаказать кроссовки. Очень понравились кроссовки. Классного, крутого качества. Взяла по две штуки тех и других, потому что знаю свою Викторию. У нас кроссовки постоянно в стиралке крутятся и разваливаются месяцев за 5. Мы ей дорогие не берем, потому что ну, буквально пару дней и в стирку отправляем. Она долго не носит. Взяли 35 размер. Цвет светло-розовый. И вот эти вот, значит, мы взяли артикул 567-00, тоже размер 35, ванильный. Очень классные, качественные, хорошие кроссовки. Реально классные, качественные и хорошие кроссовки. Носим с превеликим удовольствием. Предпоследнее, что мне очень понравилось, это трикотажные брюки для девочки, но был только 146 размер. Конечно, если бы был 152, я бы с превеликим удовольствием заказала больше. Но, к сожалению, только такие брюки. Они мне безумно понравились. Если, конечно, они подойдут, то девочки у меня по 2, по 3 раза, пока, видите, они сделаны под джинсу, пока по 2, по 3 раза сзади они не переодеваются, получается красота в том моменте, что все висит на балконе и одежды хватает. Нашей Викуле, у которой 5-6 занятий в день порой бывает, ну это я вместе со школой, конечно, говорю, и уроки, и бак, и логаритмика, и арт-терапия у нас, и ролики, и в общем столько много у нас занятий, что если вам показать список, мне кажется, обычный ребенок это не выдержит. Но нам, к сожалению, обычных детей приходится догонять, поэтому одежды у Вики всегда много. Воспитатели ее приводят с одного занятия, переодевают сразу же на другое. То есть у нас с этим прям строго все. Поэтому я заказала таких джинсиков побольше, чтоб только меняли. Да, чтоб только меняли. Так, ну тут все повтор. Сейчас будем примерять, увидим. Единственное, что мне в распродаже очень сильно понравилось, это вот такая красота. Это жакет из джинсовой ткани для девочки. Очень качественный, крутой, мега классный жакет. Тут все заклепочки, ну, как вы видите, новенький, хорошенький. Вика в нем с превеликим удовольствием ходила. Я уже забыла, что такое есть в компании. И вдруг залезла в распродажу и увидела. Думаю, ба, точно, 100 лет не заказывала. Думаю, надо, надо, надо. Так, сейчас мы с вами его откроем. И это уже размер 152. Размера 152 на сайте очень мало. Но я все-таки решила заказать, примерить, а вдруг подойдет. То этого жакета артикул 527-974. 527-974. Вот такая красотища. Ну, это пуговки все таким образом обработаны. Они тут идут железные, классные. Изнутри, снаружи все очень хорошо прошито. Супер-мега качественно. Мне прям очень нравится. Прям вот балдю. Там мы дома так говорим, если нам что-то нравится, прикалываемся. Да, ну, а тут, как обычно, все повтор. Я не буду уже это разбирать. И последний пакетик у нас получается с вами на разбор. Так, так, во-первых, трусики 70% скидочкой я взяла по золотому ВИПу. Очень мне понравились они. Прям рекомендую, рекомендую. Артикул 504-231 в размере XL. Да, такая вот красота. Такие полупрозрачные, шовчик по центру. Очень такие хорошенькие. Это изнаночная сторона получается. Да, очень красиво. Это лицевая сторона. Ну, очень красивые трусики. Смотрите, какие классные. Аккуратные, вроде как слипы-слипами. Их очень приятно носить. Они очень удобные, никуда мне не врезаются. Все нормально. Но, с другой стороны, выглядят вполне-таки очень даже притягательно, как я считаю. Так, это повторы. Дальше у нас идет D3. Когда что-то по распродаже из витамин, я хватаю помногу. Потому что 3 банки папе, 3 банки Антону, 3 банки Вики, 3 банки мне. 3... В общем, поняли, да?
систему. Поэтому я побольше. Дальше. Остеопротектор, да, я его брала в прошлом обзоре, но нам не хватило. Вот еще заказала. Остеопротектор и гастропротектор. Это у меня мамуля, которой 75 лет, которая моя. Мы сейчас ее интенсивно витаминизируем, потому что она у нас отставшее звено. Из-за того, что поздно начала пить БАДы. БАДы — это вообще очень круто, ребята. Это здоровье изнутри. Люди говорят, у меня сыплются волосы, чем помазать? Блин, пей омегу, пей D3, у тебя они перестанут сыпаться. Помазать сверху — это, конечно, хорошо. Да, я понимаю, это надо, чтобы резко решить вопрос и резко решить проблему. Но изнутри-то тоже надо что-то делать. Q10 попить, иммуномодулятор попить. Это надо. Вот, так, значит, ночная маска для лица. Ужасно мне понравилось, ее можно наносить тонким слоем, артикул 0856, не смывать, что самое классное, и утром только можно умыться после нее. Такая вот масочка, очень комфортная, с очень приятным ароматом, очень классной консистенцией, я заказала ее себе, вот она, видите, какая у нее консистенция, нежная, приятная, крем, как крем, да. Сейчас грязными руками после упаковок не полезу, а так почему бы нет. Такой вот кремчик, нежный, легкий, очень приятный. Запах тоже очень такой свежий, алоэ какой-то, еще что-то. И вот так вот наносите. Можно потолще нанести и остатки потом удалить, получается, допустим, бумажным каким-то полотенчиком или ватным диском, кому как наносите. А можно нанести совсем тонкий слой и просто его распределить, оно впитается и как будто вот как ночной крем. Такая два в одном, масочка очень приятная. Разработана она совместно с лабораторией Кореи, что нравится, и действительно хорошо работает. Тут у нее в составе идет экстракт центеллы азиатской, который одинаково полезен для всех типов кожи, представляете? То есть это можно всем рекомендовать, всем дарить на дни рождения, все будут довольны. Запах легкий, не бьющий в нос, еле уловимый. Это обеспечивает кожу увлажнение, смягчает и способствует борьбе с пигментацией. Поэтому, да, я его тоже беру. Также он стимулирует синтез коллагена и эластина. И за счет этого кожа становится более упругой, более эластичной. Устраняется отечность и восстанавливаются барьерные функции кожи. Отечность устраняется не та, которая там из-за болезней почек и так далее, да, там почек и печени. А именно отечность устраняется из-за того, что если вот немножко что-то где-то там на лице, много воды попил, еще что-то, то есть редкое явление. Ну и вот такой классный каталог, буду листать, буду долго сейчас что-то выбирать себе, но я уже знаю, что я закажу все до единой новинки, все до единой, и обязательно сделаю ролик, обязательно сделаю обзор с превеликим удовольствием. Обожаю новинки, особенно новинки в компании Faberlic. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Коннова Аня, проект Faberlic Online. Смотрите, выбирайте, одевайте деток, сами одевайтесь. Меня вот этот костюмчик заинтересовал, мне кажется, он мне очень подойдет. Вот этот, очень красивый. И бежевый, и розовый, и дымчато-голубой. Мне кажется, что я буду в трех разных костюмах ходить. Тем более, они подходят и под кроссовки тоже. Но брюки карго, они идут короткие, короче, чем нужно. Вот не знаю, может быть, даже брюки карго весной куда более актуальны, потому что слякоть, чем, например, длинные брюки. Ну, увидим, как оно на мне будет смотреться, но это не такая уж и моя модель. Но вот в сочетании смотрится уж очень красиво. Хочу примерить на себя, хочу посмотреть. Но тут, видите, настроенных девчонок, я все-таки 52-й размер женщина, и даже не знаю, как оно на мне сядет, но визуально вот мне очень нравится. И вот этот костюм тоже очень нравится. Прям зашло в душу, в сердце. Классные цвета. И, кстати, на футболках надпись «Вдохновляем на лучшее». Кто не заметил, да, вот этот принт, он суперский. И он, его размножили. На этих белая надпись, а на белой черная надпись. Очень красиво смотрится с такой надписью. Шикарно. Я где-то даже делала, по-моему, фотосессию с такой футболкой, «Вдохновляю на лучшее». Было здорово. Ну что ж, ну и подарки, конечно, с 27 марта по 16 апреля для новичков просто бомба. Гидрогелевые патчи, они очень крутые.